Второе Паралипоменон, 20 глава, 24 стих. «И когда иудеи пришли на возвышенность к пустыне и взглянули на то многолюдство, и вот трупы, лежащие на земле, и нет уцелевшего». Псалом 78, 2 стих. «Трупы рабов твоих отдали на съедение птицам небесным, тела святых твоих зверям земным». Исаия 66, глава 24 стих. «И будут выходить и увидят трупы людей, отступивших от меня, ибо червь их не умрет, и огонь их не угаснет, и будут они мерзостью для всякой плоти». Откровение, 19 глава, 18 стих. «Чтобы пожрать трупы царей, трупы сильных, трупы тысячи начальников, трупы коней и сидящих на них, трупы всех свободных и рабов, и малых, и великих». Единственный сценарий, который нам предстоит, это сценарий, близкий к катастрофическому. Ну, представьте себе, здесь кривая такая условная, но по сути речь идет о том, что численность населения земного шара вот с тех самых 7 миллиардов, которые на этой неделе будут достигнуты, к концу века должна снизиться до 2,5, 2 или даже 1,5 миллиардов человек. Численность населения земного шара к концу века должна снизиться до 2,5, 2 или даже 1,5 миллиардов человек. Это 3-4-кратное снижение численности. Это тренд, который ни человечество, ни земной шар не переживали никогда в своей истории. Такой сценарий является абсолютно катастрофическим, с последствиями масштаба которых пока еще мало осознан. Похоронные марши. Так будет и дальше. Смех исчезнет совсем из жилищ. Духом Божьим пророки изрекли это раньше. Пусть богатый познает, как несчастен и нищ. И никто не поможет детей потерявшим, запеленанным куклам, опаленным тротилам, почерневшим от горя. Коснуться их страшно. Под терактом надежду свою схоронили. Очень нужное горе. Набат на фаворе. Клан гроссмейстеров дальше плетет паутину. В кабинетах планирует адская свора. Если тайну открыть, кровь по жилам застынет. Их глобальные планы в масонской клоаке наугольник и циркуль прочертят пунктиром до тех пор, как воссядет антихрист их в храме, опояшится лозунгом «Мир во всем мире». На ступенях валюта развесистой клюквой, знак шестерки петлею навис к подбородку. Власть тирана уже нестабильна и хрупка, и правитель свирепый покажется кротким. Эти взрывы, захваты наемных убийц, есть прелюдия к плановым пертурбациям, груды трупов для стаи и прожорливых птиц. Зверь багряный воссел на всемирное царство. И не следует думать, террор, мол, случайность. Не могли предузнать, что-то сделать заранее.
Бог и слово его предаются молчанием. Не тогда, кто воссел в Соломоновом храме, растекается запах горелого мяса. Расширяется площадь для братских могил. Семиглавый дракон шар земной опоясал в основание престола заложен. Тротил марширует оркестр к похоронному маршу. Миллиарды сметет едоков бесполезных. Обыватель слепой этим всем ошарашен, словно кролик удаву зажмурившись, лезет. 7 августа 2004 года. Игла. Игнатий Лапкин.